Вот то, о чем я всегда говорю, и почему я приобретаю антиквариат. Обратите внимание, вот эта развалюха, ей несколько лет, можно сказать. А рядом у них разница несколько столетий. Но в каком виде несколько столетий, в каком виде несколько лет. Поэтому я выбираю красивое, эстетичное и антикварное. Вот это социализм.